где автор читает все эти сказки. То есть вы самостоятельно и сами озвучиваете? Да, я сам озвучиваю, да. Но там есть и музыкальное сопровождение. То есть там музыканты работали, дали музыкальное сопровождение и шумовое сопровождение. Там в процессе действий там идет столкновение с дикими птицами, птиц, там рык варанов, шум гон. Это все там есть. Да. Вы самостоятельно подбирали вот эти? Нет, это делали музыканты. Я просто начитал это. Спасибо. Дорогие друзья, если есть у кого-то какие-то вопросы, есть что спросить, что сказать и вообще пожелать чего-то нашему уважаемому гостю, автору, то, пожалуйста, самое время это сделать прямо сейчас. Я хочу добавить еще, что сейчас вот вышла книга. Это книга для взрослых. Она идет в серии Ерофеева. Но автор Саша Кругосветов. Это «Столик в России». Это книга для взрослых. Достаточно интересно, это книга нонфикшн. Ну, это мы немножечко забежали вперед из того, что уже вышло. А продолжение вообще путешествия Александра будут в дальнейшем? Да, ожидается, сейчас уже подготовлена для издания книга «Киты и люди». Она является продолжением вот этой книги, но она для десятилетних. Вот там о морских животных, о людоедах, о всяких сражениях интересных. О таинственных местах, может кто-то знает, какое в Тихом океане есть таинственное место Мамадов, которое построили древние исполины. Вот и герои там погружаются под землю, там есть подземные ходы, они попадают там в царство подземных гигантов. Спасибо. Итак, дамы и господа, пожалуйста, есть что спросить? Сказать. Нет, спасибо, очень понравилось. Все очень нравится понравилось. Авторы книги, да. Как автор книги. Действительно, безусловно, книги, я уверена, что найдут своего читателя. Особенно, если мы, взрослые, будем рекомендовать своим детям читать именно эти книги, потому что действительно книжки и по содержанию, и по наполнению, как мы уже успели с вами убедиться. Действительно, ну, собственно, оставляет только есть одно пожелание большое писать автору больше, творческих ему сил, творческих успехов в продолжении не только этой серии, но и многих новых других. Ну, а я, друзья, пожалуйста, еще раз призываю вас подойти, может быть, пообщаться лично, подписать свою книгу. И хотел бы еще раз пожелать нашему автору всего самого доброго, еще раз творческих успехов и путешествий, не знаю. Вообще, у меня еще вопрос, не позвольте, скажите, а вот как приходят вообще вот эти вот сюжеты этих книг? Вот я часто у многих авторов спрашиваю, некоторые говорят, что вот абсолютно при какой-то тишине, какой-то вот, знаете, как запираются куда-то там, уезжают там на дачу, еще куда-то пишут. Кто-то вот абсолютно сидя буквально в кафе, я не знаю, какая-то история, раз, она так всплывает, как у настоящих писателей возникает сюжет, и вот рассказывает. Я не могу сказать, как у других людей. Ну вот, я вам скажу слова Ерофеева, потому что, как он сказал, вот, я так же чувствую. Он говорит, что книги нам надиктовываются сверху, а мы являемся просто приемником, только, как правило, плохим. То есть мы шумами и прочее, нам нужно за этими шумами выделить главное, а плохое отфильтровать. Мне тоже так кажется, вот в моей работе, у меня нету такого, что я вот сижу сейчас и вот я придумаю какую-то книжку. Идея возникает сама собой. Вначале общая идея, например, написать о Мадагаскаре. Потом возникает следующая мысль, что там необычные животные, хамелеоны, там быки зебу, там необычные насекомые, огромные бабочки. Потом возникает мысль, что каждый из них имеет какой-то характер. И вот постепенно выкристаллизовывается по мере написания, возникает тот сюжет, который в конце концов оказался не просто сказкой, но он оказался еще и политическим конфликтом. А быстро ли ваши книги, ваши герои отпускают? Я имею в виду сейчас, что, собственно, по окончании работы над книгой вы как-то абстрагируетесь и уже какая-то идет обдумывание новой идеи, либо все-таки вы еще пытаетесь, в какое-то время еще живете теми персонажами, теми историями? Ну, у меня одновременно в работе несколько книг. Одни из них быстрее доходят до кондиции, другие медленнее. Вот «Киты и люди», например, это была самая первая книга. Она еще не вышла, да, она еще не вышла. Вот. Но она как бы отстала, потому что она оказалась труднее. Потому что книги для более взрослых,
вот такие, как «Архипелаг», как «Остров Дадо», они пишутся легче. А для детей они пишутся сложнее, потому что нужно вытащить из полученного текста всякие взрослые стереотипы, инженерные термины, взрослые слова. И вообще детская книга требует исключительной искренности. То есть, чтобы она стала доходчивой, нужно говорить от сердца. А это как бы получается не мгновенно, а не сразу, над этим приходится работать. Вот у меня сейчас в работе еще несколько книг, взрослых в том числе, и помогает мне издавать книги продюсерский центр Александра Николаевича, и у нас с ним большой довольно-таки портфель новых проектов. И еще, если позвольте, буквально два вопроса. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, а вот когда вы пишете свои истории, то герои ваши как-то вот развивается сюжет по определенной задумке, либо, знаете, как бывает, что в процессе книги они как-то начинают жить своей жизнью, и уже, ну, как-то вот по ходу, что называется, истории, уже как-то вот всякий раз думаешь, как сделать так или иначе, чтобы история завершилась, пришла к логическому завершению, либо, может быть, совершенно иначе заканчивается, не так, как вы задумали вначале? Ну, и да, и нет. Вот, опять же, могу сказать на примере этой книжки. Когда я начал ее писать, когда я сел писать, у меня был план на эту книгу, и там даже определенные, я где-то доступном для детей виде дал концепции свободы, почему человек должен свободен, в чем он свободен, что он должен не бояться, он должен быть некоростолюбив, ну и так далее. То есть я как бы в доступной форме все доносил. И в этом плане у меня, как я задумал, так и сделано. Но характеры потом зажили своей жизнью. И Бог, вот главный Бог Зебу превратился в Иосифа Виссарионовича, там, предположим. А последователь его превратился у нас в руководителя КПРФ. Ну, как бы я это не называю, но прослеживается очень много общих черт. И даже есть предвидение. Как бы в 2011 году я как бы видел о том, что вот-вот со сцены уйдут некоторые политические деятели. Об этом написано, и они вступают. И еще вопрос, если позвольте. Вот вы действительно правильно упомянули о том, что любая детская книга, она действительно требует искренности. Но кто, как неблагодарный читатель, в общем-то, ребенок, прежде всего, должен, наверное, не знаю, первым прочитать эту книгу и сказать, что да, действительно, книга искренняя, мне главное понравилось. Вот кто ваш первый читатель дневники? Дети мои друзья. Собственно, те самые, в общем-то, что я хотела услышать. Действительно, дети, которые действительно говорят, да, нам интересно, продолжайте писать. Спасибо огромное. Итак, друзья, пожалуйста, подходите к нам, подписывайте свои экземпляры книги. Давайте поаплодируем нашему гостю, давайте его поддержим, чтобы его книги выходили чаще, встречались мы чаще. И, собственно, спасибо вашему замечательному магазину, что вы устроили презентацию. Действительно, великолепный магазин. Я даже думаю, что он интереснее, чем петербургский дом книги. Лесно, спасибо огромное. В любом случае, я думаю, мы с вами встретимся еще на детском клубе «Библиоши», где благодарные читатели вы найдете массу в лице этих самых детей, для которых, собственно, и пишете эти книги.